Как правило, жители отдаленных хуторов и поселков для того, чтобы попасть к квалифицированному врачу узкой специализации, должны ехать в районный центр, записываться на прием, дожидаться своей очереди. Все это, особенно для пожилых людей, не так просто. В нашем районе нашли способ помочь селянам. Специалисты районной центральной больницы проводят выездные дни здоровья, на которых врачи сами приезжают к своим пациентам. Доброй традицией в Славянском районе стали Дни здоровья. Так называют медицинскую помощь практически с доставкой на дом. В хуторе Прикубанском есть отличный офис врача общей практики. Да и специалист здесь работает опытный и внимательный. Но для того, чтобы провести правильную диагностику, нужны врачи узкой специализации. Это очень важное событие для жителей нашего хутора, потому что есть возможность получить медицинскую помощь узких специалистов, кардиолога, невролога, снять ЭКГ, измерить глюкозу крови, холестерин, не стоя в очередях, не без поездки в город. Возможность сделать кардиограмму, обследоваться и получить квалифицированную консультацию врача-кардиолога очень важна для прикубанцев, и они охотно пользуются медицинской помощью. Приехали мы с очень хорошим настроением. Почему? Потому что, оказывая здесь помощь, мы тем самым разгружаем работу нашей поликлиники и помогаем жителям, чтобы они получили помощь и не обязательно ездили в город, потому что это далеко, это жарко, это тяжело. Вот, поэтому мы с удовольствием приехали и окажем им медицинскую помощь. В рамках Дня здоровья хуторяне также получили возможность сдать анализ крови, проверить уровень холестерина и сахара, вычислить индекс массы тела. Невропатолог внимательно выслушивает всех, кто в этом нуждается. Местные жители очень ценят плюсы выездного медицинского обслуживания. Мы обследуемся, потому что, хоть какую-то проверку нам делают, потому что для того, чтобы поехать, кардиограмму, допустим, снять, надо ехать из Шкубриц. Мы довольны, что к нам приезжают специалисты. Очень большое спасибо вам за внимание, за то, что беспокоитесь о нас. Несомненная польза для здоровья в том, что врачи дают на месте грамотные рекомендации по лечению заболеваний. Каждому человеку относятся с душой, не жалеют на него времени. Такие выездные приемы специалистов центральной больницы пройдут во всех поселениях района. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».